нам мы можем открыть своими приношениями и десятинами. Un tad mēs varam skatīties. И тогда мы можем смотреть, ожидать от Бога. Svētības izlīs vai neizlīs? Прольются ли благословения или нет? Vakar man viss krita ārā no rokām. Вчера у меня все падало из рук. Saņēma algu lielāku nekā pagājušajā mēnesī. Получила более большую зарплату, чем прошлый месяц. Atkal а сегодня наводит. Смотрю, опять viss не хватает. Не хватает. Ķērām. Мы держались за это. Man patika, mācītājs Valdis teica, ka viņš kaut kur izlasījis bija. Pastri Valdis сказал, ka tad, kad прочел, nu, saka svētības vārdus, tad saka, nu, tad tā, tu roku, nu, kopā pirkstus, ja? Когда говорят слова благословения, tā ir svētība būt kopā. Тогда пальцы держат как бы вместе. Tad, kad nolāt, tad... А когда проклинают, то esot tāda, пальцы веером. Es nebiju dzirdējis tā, bet tā esot. Tad, kad tu esi nolādes, tev viss... Мы такого не слышал. Tev viss... Где-то так написано. Горе тебе не электрока, тебе весь излист. Тебе весь излист. Так вот, если ты проклят, то ничего не можешь удержать так в руках. Все просыпается. Благословенный тот, кто открывает небесные окна. Эгил, как бы стоит мэрта, люд, ты цитик, не здесь нотис. Она спрашивает, почему я так тщательно всегда приношу десятину. Ну, я познал, как благ Бог. Viņš iepazina, cik svētīgs ir Dievs. Само почти уже, ну, в самые первые месяца только начали приходить в церковь вместе с женой. Jau pirmos mēnešus, kad viņš atnāca strādāt. И было трудно. Bija grūti. Очень трудно было. Ļoti grūti. Денег было очень мало. Naudas bija ļoti maz. Я работал один. Viņš strādāja viens. И содержал, я уже не помню, сколько, четырех или пяти человек. И всегда не хватало. Vienmēr nepietika. Но это таинство Божие. Я познал, как благ Бог. И что Бог дал всегда. Всегда дал моим рукам силу заработать. И со временем. Все больше и больше становилось денег. И моя десятина все увеличивалась. И это таинство Божие. И закон сеяния жатвы. А про десятину особое слово. Если я не приносил бы, то веря и зная Бога, то и не принося, я бы обкрадывал его. Я бы обкрадывал его. Да. Аминь. Atceries, kā mēs tos ķirbis dalījām, ja? Мы pēdējo maisu kukulīti dalījām. О, ķirbis viņš veda daudz uz draudz, mēs tos ķirbis tur dalījām. Ну, было время, когда очень много... Visiem bija maz, ļoti maz. Тыквы привозил, я очень-очень много тыквы привозил. Нам, ну, и делили, и всем было, по чуть-чуть. Pēdējos maisu kukulīti dalījām. И делили хлеб. Mēs neaizdevām, mēs devām viens otram. Не одалживали, просто давали друг другу. Tāpēc, kad tu aizdod, tu tur cilvēku verdzībā. Да, если ты кому-то, ну, даёшь взаймы, ты его держишь в рабстве. А если, mēs nolēmām neturēt brāļus, nās. Отдаёшь, то ты не держишь брата и сестру в рабстве. Ne par kādām paciņām, tur ir runa nevarēja būt. Там не было речи ни о каких этих пакетов продовольственных. Nevarējām. В те времена не было ничего. Tas viss ir mēs no pilnīgas vilma atcerās, vai ne arī? Мы начинали не из чего. Было тяжко. Bija nāca bērni mums, kur nebija pāēduši. Приходили дети, которые были голодные. Un mēs viņām pirkām blakus veikalā pār pa ielu maizi un pienu. И мы ходили через улицу и покупали хлеб и молоко. Tā mēs sākam raud. Это было начало. Šodien mums ir jau kaut kāds aparatūras, kaut ko mēs te domājam, pakas dotam, trijās pilsētās. Ko što есть? Есть аппаратура, есть возможности, есть продовольствие. Почему? Потому что окна небесные открылись. Bet mums ir jāatver debesu durvis. Но мы также должны открыть небесные врата. Un par šīm atslēgām mēs šodien runāt. И об этих ключах. Šīs atslēgas ir dotas mums. И эти ключи даны нам. Debesu atslēgas. Ключи небесные. Ir dotas mums. Даны нам. Tas ir kaut kas īpašs. Это что-то особое. Pasaki, es esi īpašs. Скажи, я особенный. Es esi izredzēts. Я Dievs man kaut ko grib atklāt.
Господь мне хочет что-то открыть. Господь хочет, чтобы я стал похожий на Иисуса Христа. Не просто, что Он хочет. У Него есть цель. Viņš grib visus mūs redzēt debesīs. Un всех нас хочет встретить на небесах. Viņš grib satikt mūs visus. Встретить нас. Viens ir, ka tu teiksim kādu savu radinieku skaties pa internetā, pa Skype, vai ne? Bildīts. Vai bildīts skaties. Bet cita lieta, ka tu satiec otru, vai ne? Одно, если ты виртуально смотришь на изображение человека, на фотографии в интернете, а другое, когда ты встречаешь там, его, та дебес тавс, он хочет обнять. Так же с Небесным Отцом, он хочет обнять нас, посмотреть в наши глаза так по-настоящему. Хотя я верю, что он смотрит. Un es teicu, ka viņš palīdz man tagad runāt par to. Я верю, что он сейчас помогает мне говорить об этом. Nodot jums to, ko es saņēmu. И я прошу Господа, чтобы Он помог мне передать то, что Инесса получила от Бога. Pirmām kārtām tev jāzina. Во-первых, ты должен знать. Pat ja tev liekas, ka tu esi vismazākais debesu valstībā. Даже если тебе кажется, что ты самый малый в небесном царстве. Dieva vārds par to saka ļoti labs vārds. Слово Божие очень хорошо об этом говорит. Lūkas ir teikts, ja kāds apgrēcinās šo mazo. От Луки сказано, если кто-то, ну, Лукас, если кто-то, ну, самого маленького, ну, не обидит, а, ну, заведет грех, ну, тогда кого-то виням издарить не лапу. Сделает что-то самым малым. Если кто-то сделает что-то плохое. Ведь ангелы этого самого малого, Иисус говорит о нем, стоят перед моим отцом. И все малые сказали, скажем, у меня ангел на небесах. Ты маленький? У тебя есть ангел на небесах. Даже если ты великий, также имеешь ангела, и он ходит перед отцом небесным. И церковь – это то место, где ангелы идут наверх и вниз. Это то место, где это лестница Якова, куда поднимаются и опускаются ангелы. Аминь. Видишь эти лестницы? Не всегда это видно. Но это так. Nu, Ines, kam tu tici tādā muļķībā? Nu, Ines, tam vērīt čuši kakoj-to. Ticu? Vērju. Ticu? Vērju. Tas nekas, ka man ir divi diplomi. Ticu? Это ничего, что я имею два диплома. Citi domāja, ja tev ir diplom, tad nevar ticēt Dievam. Кто-то думает, имеет образование, не может верить Богу. Ja tev ir gudra galva, если у тебя умная galva, ja tev ir jāierāk, ka Dieva godība pilna zem. Ты должен увидеть, что Божьей святости полна вся земля. Дабы это образование не увело нас от Господа, а наоборот, привело к Нему. Иисус, разговаривая своими учениками, и с самого начала Он говорит Петру, Kā tu domā, kas es esmu? Петр, как ты думаешь, кем я являюсь? Tad, kad Pēters saka, tu esi Dieva dēls. Что обо мне говорят? А когда Петр говорит, ты есть Сын Божий, saka, он говорит, то тем не мясо отклали. Это не кровь и плоть тебе открыла. Тот тебе стоял отклали. Это открыл Небесный Отец. Уж тебе я свару тогда цел что драуться, сгреб цел саму драуться. На тебя я хочу строить свою церковь. Саму драуться, уж тебе сгреб цел. Свою церковь построить Мечу, на отец, тебе, Петр. Тебе. Он привел тебя и меня. То есть Дио Бенс. Ты являешься Божьим чадом. Я то есть знаешь, что Иисус Христос это Дева Дэлс. Если ты веришь, что Сын Божий Иисус Христос, tad viņš grib celt draudz uz tevi. То Он хочет построить церковь на тебе. Un tad mums jābūt tiem cilvēkiem, kā Slaviks teica, neskaties apakaļ, kas bijis, ej uz priekšu. И не смотри назад, как сказал Вячеслав, gribu būt savādāks. Иди вперед, хочешь быть иначе, измениться. Un tie cilvēki, jā, kas tagad pakļaujoties Kristum, это те люди, которые сейчас себя отдают в руки Христа. Пелудз виню. Цель Девам славу. Славляют его. Он
на этой земле. Viņiem ir jāvēl savs tuvākais. А также должны возлюбить своего ближнего. Un tad draudzē vienmēr kaut kas notiek ar brāļiem un māsām. И в церкви постоянно что-то между братьями и сестрами происходит. Daļa pasaules, Ибо daļa sabiedrības. Мы все же часть мира этого, mēs часть общества. No sabiedrības. Мы полностью не отделены от этого. Zināt, ka mums ir satversmē teikts, ka baznīca atdalīta no valsts. Знаете, что в наших законах написано, что церковь отделена от государства. Слышал об этом? Bet zini, valsts nav atdalīta no baznīcas. А наоборот ли? Государство от церкви отделено. Mēs taču esam šīs valsts pavalstnieki, vai ne? Потому что мы являемся подданными этого государства. Par cik mēs esam padotie arī debesīm? А также мы подданы небесному царству. Mūsu ķēniņš ir ķēniņu ķēniņš. А наш царь является царем всех царей. Tas ir normāli, ka ir tāds likums, kad valsts baznīcas lietās nevar iejaukties. То это нормально, что есть такой закон, что государство не может вторгаться в дела церкви. Bet mēs visi varam vērot šīs zemes svētību. Мы можем. Saprot? Ja būtu tā, ka valsts святость умножать, да, умножать. Ja nē, ja mēs teiksim būtu, teiksim, ja tu esi baznīca, tu esi atdalīts no valsts. Tu vairs neesi šīs pilsonis, kas tu vispār nesabas. Ne, es nesaprotu to teikumu vispār. Нет такого, это неправильное предложение. Если ты в церкви, то ты отделен от государства. Ja es kļūstu par draudzes locekli, то получается, если ты становишься членом церкви, tad es vairs nevaru iet vēlēt. Ты не можешь курьет. Nu, курьет. Tā sen vēlēt. А, то не ну, могу идти. Ну, vispār es neko vairs nevaru šī valstī. Šausmas. Голосовать. Vai ne? Kaut kā tas ir šmuķīgi. Mēs esam šīs sabiedrības locekļi. Un tāpēc mums arī ir visādas negatīvas lietas, kāds ir šajā sabiedrībā. И потому также мы имеем множество негативных вещей. Kas atvieglojušies no saviem грехiem, grib iet tagad jaunu ceļu kopā. Мы также являемся людьми, которые возвратились от своих грехов и хотим идти другой дорогой, так же как Петр. Но каждый день мы делаем какой-то грех. Tāpēc mums ir vajadzīgs Jēzus Kristus vārds. Там мы нуждаемся в Слове Божьем. Mums ir vajadzīgs Kristus asinis. В крови Христа, чтобы умыться. Mums jāskatās uz krustu un Kristu. Смотреть на крест и на Христа. Un atcerēties. И вспоминать. Ka mēs esam Dieva bērni. Что мы дети Божьи. Особенное. Ka mums ir jāmainās. Что должны измениться. Un ka mēs varam izmainīt. И можем измениться. Tāpēc, kad mums ir dots spēks. Потому что дана нам сила. No augšienes. Свыше. Un tas ir tā, kaut kas tāds, это ko mēs neaptaram, bet ko mēs sajūtam. Чем-то таким, kad drosmīgi darām, kad aiziet bailes. Чувствуем. И когда творим, делаем. Tāpēc, и тогда уходит страх. Ik pa laikam tur, sevišķi Pēters prasa Jēzum, Ну, Петр как, спрашивает, как, тем бральям, как, грекло? Как с теми братьями, которые грешат? А ты много из драудзе это? А разве в церкви не бывало так? Ой, смотри, он в церкви, что он делает? Un man ir tāds secinājums, ka es pat dzirdu cilvēkiem, kas paši ir draudzē, un viņi saka tā. Man, tas ir ļoti smieklīgi. И некоторые люди, которые в церкви, говорят так. Tas ir smieklīgi. И это смешно. Jo viņi paši noliegumu sev uztājas. Сами, как бы... Viņi saka, es nesaprotu, kā tie kristieši tā var? Некоторые члены церкви говорят, я не понимаю, как эти христиане так могут? Сам-то он является христианином, ходит в церковь. И, как, и говорит, как же эти христиане так могут? Можно подумать так же, как Петр у костра. Нет, нет, я не знаю, я не был с ним. Но ты же отдал себя Христу. Ты же пойдешь домой и будешь молиться. Когда тебе будет грудь, ты палига. Когда тебе будет трудно, ты будешь так, вот, взывать. Ты крестишь. А сыщик говорит, не, эти христиане. Цель, как они так могут. Нотеклами дзиве, висадз стадейс, висадз эмоции. Имеем, имеем всяческие случаи в жизни, всяческие эмоции. Мы циту апгрейдзинам, он кас ир льоти слики, мы циту ведам грека. И, к сожалению, бывает так, что друг друга вводим в грех. Tāpēc es kādreiz saku, ja divi kristieši vēl smēķē. Если двое христиан еще покуривают. Tad lūdzu nedariet to kopā. То хотя бы вместе одним разом это не делайте. За углом. Pat ja jūs zināt, ka tas tā ir. Даже если знаете, что Ну не тайсит то пелуксм шада. Но не надо из этого делать поклонение дьяволу таким образом. Как вот то, знаете, ну,
Cīnies ar to savu to. Ej pie tā otra, paslēp, palūdz par tiem. Иди к этому второму и попроси, чтобы он помолился за тебя. Таким образом. Kopā. Вместе прославляйте давайте. И боритесь с этим. Un nevajag otru vilc uz to. Но вместе грешить не надо. И второго тянуть на это не надо. Ja tu otru vilc uz to. Если ты тянешь другого на этого, на грех. Jēzus saka, tad labāk tādam, tad labāk tādam dzirnakmenu uzlikt uz kāpu. Вот об этом Иисус говорит, что лучше такой не родился, либо этот камень от жернов, ну, на шею повесили и море утопили. Tas ir kaut kas ļoti slikts, ja mēs otru uz grēku. Это очень плохо, если ты гадаешь, что ты издревле так как-то несопротом. Но бывает всё равно, что мы это делаем, не допонимая. Так было с своими мациками, где он бежит по этим летам. И потому Иисус довольно часто своим ученикам говорит об этом. Петр им интересен, ну как это ты брален тут? Ну вот и Петр интересуется, а как же быть с теми братьями, которые грешат? Иисус стал старым мациками, что он таким позадушу ав. И Иисус рассказывает эту притчу о пропавшей овце. Kad viņš priecājas par katru, kas atgriežas. А, что Отец Небесный радуется об каждом. Который возвращается. Paši izlasīsiet Matejā. Vai Lukasā izlasīsiet. Mateja 18. Nodaļas rakstīts, ja. Матвею 18. Bet viņš neatstās 99 un neies to vienu meklēt. Разве он не оставит остальных 99 и не пойдёт за одной овцой? Un mēs esam tieši tādi paši kā Kristus vispār. Mēs esam tādi kā Kristus. Мы должны быть такими, как Христос. Mēs varam piedot. Мы можем прощать. Mēs varam būt paklausīgi Tēvam līdz nāvē. Мы можем быть Отцу верными до смерти. Vienīgais, ja mūs nobaida, vai mums rodas šaubas. Единственное, если Vēlns mūs apmāna. Нас пугают очень. Bet Dievs вводит в заблуждение. Мусос ielicis. Но Господь вложил в нас через Святого Духа спею способность. Ko nevar apturēt šī pasaule. Vienu spēju, varenu spēku. Такую способность, которая недоступна этому миру. Mēs pilnīgi izjaucam šīs pasaules kārtību. Pilnīgi. Этой силой мы можем полностью весь этот порядок мирской разрушить. Kurš ir spēcīgāks? В миру есть так. Тот, кто сильнее, тот и первый. Dievārds saka, ja tu gribi būt pirmais, esi visu kalps. Если хочешь быть первым, будь слугой всех. Pilnīgi otrādi visi ir. Все наоборот, абсолютно. Dievs mums devis īpašu spēku. Господь дал особую силу. Неотстать то позадушу. Не оставить заблудшую овцу. Не отстать каду человеку saistītu. Не оставить какого-либо человека связанным. Не piedalīties šajās lietās, bet būt tiem, kas atrājas. Не участвовать в таких вещах. Kas ved cilvēku uz debesīm. Наоборот, быть тем, который развязывает, отпускает людей, идти на небеса и взять с собой еще кого-то. Mums ikdienas pašiem to vajag. Каждый день мы сами в этом нуждаемся. Jo mēs esam šīs sabiedrības locekļi, un mums ik pa laikam gadās grēkot. Ибо мы являемся членами этого общества, и иногда, к сожалению, грешим. Tu esi tieši tāp, tu esi Dieva dēls, Dieva meita, un tu esi cilvēka dēls, un cilvēka meita. Дочь Божия, или... Ja tu neesi cilvēka bērns. Ты человеческий сын. Tu esi Dieva bērns, un cilvēka bērns. Un tā runā arī par Kristu, vai ne? О Христе так говорили. Kas bija tas lielais spēks? Sin человеческий. Kas bija tas lielais spēks, kas viņam ļāva šīs visādas brīnums un zīmes uz šīs zemes darīt? Чем являлась та великая сила, которая позволяла Христу все эти евангелия, что хотят научить нам? Kas ir tas, kas to visu palīdz darīt? Nu, ja es esmu Dieva bērns, es esmu cilvēka bērns. Или что является тем, кто помогает нам творить эти великие дела? Es esmu cilvēka bērns, es esmu Dieva bērns. Я сын человеческий и сын Божий. Jēzus mans vecākais brālis. Иисус мой старший брат. Dievs ir mana ģimene. Es eju uz debesīm. Я пойду на небеса. Es esmu debes pavalsnieks. Я подданный небесного царства. Tad jautājums. To вопрос. Kā? Как? Kā man dzīvot tā kā viņš? Как жить так, как жил он? Kas ir tas noslēpums? Это тайна. Un tagad es iešu tajā īstajā vārdā iekšā. Atveram mēs Mateja 18. Nodaļu. Matvēja 18. Ne, varbūt, kad sāksim 16. Mateja 16. Matvēja 16. Mateja 16. 18. Pāns. Tas ir moments, kad Jēzus ir... Matvēja 16. 18. Stih. Mateja 16. 16. Tas ir tas moments, kad Pēters... Это момент, когда Пётр...
А, не то есть знаю, тут не, то не. А, нет. Чуть-чуть. То есть так, то есть истасти, это об этом уже говорили. Я. Тогда Петр сказал, когда Петр говорит. Когда он же Дев дэлс? Ты Христос, сын Бога живого. Мы сможем излосить. Это в 16-м. 18, тогда 16-18. 16-18. Viņš teica, es tev saku, tu esi Pēters. Ja galvoju tebe, ty celšu Piotr. Savu baznīcu un Elles vārti to neuzveiks. На сем камне я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее. Tad, ja tu arī domā, ka esi Dieva dēls, tad arī tev šis pienākas. И также, если ты думаешь, что ты сын Божий, un, ja es tev saku, для тебя также написано вот tu это. Tu cilvēks bērns. Иисус тебе говорит, tu mans bērns. Сын человеческий, ты сын мой. Es celšu uz tevi kā uz klints, savu baznīcu. Ja būdu strojot na tebe, kā na kamni, un Elles vārti to neuzvarēs. Ada, tebe ne odolējūt. Es tev došu debesu valstības atslēgas. Ja dam tebe ključi carstva nebesnava. Tas, ko tu siesi virs zemes, būs siets arī debesīs. И un tas, ko tu atraisīsi virs zemes, būs atraisīts arī debesīs. И что свяжешь на земле, то будет связано на небесах. И что разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах. Atslēgas. Ключи. Atslēgas, kas ключи. Ļauj siet virs zemes, un tas būs saistīts arī debesīs. Ключи, которые помогают разрешать все на земле. Un отрайсить, отслеть. А также связывать. Отслеть через важес. Разрешать это открывать. Рука сделала открывать эти наручники. Он таз или дебес отслеть. И также это является ключами небесными. Мы можем цилватус отслеть. Мы можем ключи людей разрешать. Он имеет отстасим сослеть. А также не тады будут дебес. А если мы оставим их Uz viņiem būs šie roku связанными, также эти люди могут оказаться на небесах связанными. Un tad Dievs prasīs, kāpēc tu neatslēdz? И Господь с тебя спросит, почему ты не развязал этого человека? Kas ir šīs atslēgas? Не разрешил. Чем являются эти ключи? Tālāk, 18. Nodaļā. 18. Главе. Tur atkal iet, ir atkal iet šī saruna. Там продолжается этот разговор. Par šiem grēciniekiem. О грешниках. Un Jēzus tur saka arī, Jēzus говорит, ja jūs būsiet kā bērni, jūs būsiet debes valstībā. Если будете как дети, попадете на небеса. Bet Jēzus brīdina. Но Иисус... Tas, ko es teicu, 6. Pantā teikts, kas apgrēcina vienu no šiem mazākiem, kas tic uz mani, tam būtu labāk, ja tam uzkrātu dzirnekmeni kaklā un to noslīcināt jūras dzelmē. В шестом стихе сказано, а кто соблазнит одного из малых сих, верующих в меня, тому лучше было бы, если повесили ему мельничный жернов на шею и потопили его в глубине морской. Потом говорит о пропавшей овце. Ļoti svarīgi ir visus. Очень важно всех. Viņam ir svarīgi visi. Иисусу важен каждый. Un pēc tam viņš saka. Потом говорит. Ja tavs brālis pret tevi grēko, если, kur tas ir? Tas ir 18-15. 15. Viņš it kā visu laiku, nu, tā kā atbild par šo, jo brālis tas ir draudzē, tas nav ārpusē. Brat, tas nav kaut kāds neticīgais, tas ir ģimene. Brat, tas ir neverujuši. Tas ir viņa ģimene. Это в церкви, в семье Божией. Un te teiks 15. Ja tavs brālis pret tevi grēko, Ну, так он же такая. Ну, висац есть. Если же согрешит против тебя брат твой, то узрят виня вину. Обличи его. Когда это дивата, тогда дивата парунаш. Между тобой и им, одним, вдвоем, то есть. Ты я посекай. Ну, слушай, ты мне ты должен сказать. Ну, слушай, ты мне так сказал, мне больно. Ну, Не вояк так делать. Не надо, пожалуйста, так делать. Ну, вот и все будет отвайнуяться. Ну, может быть, он, этот второй, извинится тебе? Ты текст, я винч тебе не клауса. А тут сказано, если не послушать тебя... То есть, я винч тебе клауса, то есть, я винч клауса. Нет, если послушать тебя... Тад винч, тад ты эси иегувись, отгувись то брала. То тогда ты приобрел этого брата. Ja viņš tev neklausa, а если не слушает, tad ņem līdzi vēl vienu vai divus. Возьми еще с собой одного или двух. Lai no divu vai trīs liecinieku mutes, да būs tam ir двух или трех свидетелей, katrs vārds tiek apstiprināts, patvirdilis nu всякое слово. Atklāts kaut kas. Ну, как бы, получается, как открытый небольшой судебный процесс такой. Ja viņš tos neklausa, если же не слушает их, tad saki to draudzē, скажи церкви. Tad visai draudzē pasaka. Всей церкви скажи. Un ja viņš neklausa draudzi, а если церкви не слушает, tad uzskati viņu par pagānu vai muitnieku. Тогда будет он тебе, как язычник и мытарь.
Bet tālāk viņš saka. Adanies, saka, pasak, nu, ka tādi likumi, jo tie faktiski tā kā nāk jau tā kā, nu, no tiem iepriekšējiem likumiem tā varētu secināt. Nu, nu vot eti slova, это как Bet tagad Jēzus kaut ko saka īpaši. Zakoni. Viņš saka kaut ko īpaši tagad. А сейчас он говорит что-то особое. Bet es jums saku. Истинно говорю вам. Bet вот es jums tagad saku. Истинно говорю вам. Ko vien jūs virs zemes sasiesiet? Что вы свяжете на земле? Tas būs siets arī debesīs. То будет связано на небе. Ko vien jūs virs zemes atraisīsiet? Что разрешите на земле? Tas būs atraisīts arī debesīs. То будет разрешено на небе. Un vēl es jums saku. Истинно также говорю вам. Ja divi no jums virs zemes vienprātīgi kaut ko lūgs, если двое из вас согласятся на земле просить, tad mans debesu tēvs viņiem to piešķirs. А в всяком деле то, чего бы не попросили, будет им от Отца моего небесного. Jo, kur divi vai trīs ir sapulcējušies manā vārdā, tur arī es esmu viņu vidū. Двое или трое собраны во имя мое, то я посреди них. Jo, ja mēs nosaucam tos cilvēks par muitniekiem, pagāniem un vēl par kaut ko, если мы обзываем этих людей, un istumjam no savas vidus, там, язычниками, грешниками, мытарями. Tas ir vienkārši. И вытворяем из среды своей. Иисус говорит, это очень просто. Bet viņš tāpēc būtu labāk lūgt. Но он говорит, может, давайте лучше молиться. Varbūt lūgt, un es jums došu. И я дам вам. Молитесь, и я дам вам. Viņš saka, var saistīt, можно связать, можно развязать. Un to, ko šeit saistīs, tas būs siets arī debesīs. Что свяжете на земле, будет связано на небесах. Ja cilvēks tāds neklausa, grēku un neklausa, un viss, nu, viņš beigās tā kā pazudz, viņš nonāk pazudšanā. Если человек не слушается, не слушается, bet viņam var arī, пропадает уже все. Viņam var arī piedot. Уходит, но можем простить его. Viņam var arī piedot. Но мы можем простить этого человека. Tagad paskatāmies Jāņa evaņģēlija 20. Nodaļu. Сейчас, пожалуйста, посмотрим Евангелие от Иоанна, 20. Главу, о этой же теме. Par šīm atslēgām. Об этих ключах небесных. Tad mēs runājam, ka ir atslēgas, ir debesu atslēgas. Viņš mums dod debesu atslēgas. Мы говорим, что он дает нам небесные ключи. Viņš runā par šo siešanu. Jesus sakars grēks, cilvēks, tavs brālis, о том, как tu, связать, развязать. Tev ir dots atslēgas, и тебе даны ключи, sasiet un atraisīt. И власть ты можешь этими ключами связать и развязать. Var cilvēks būt pazušanā, bet Tu vari piedalīties tajā, lai viņš nebūtu pazušs. Человек может быть пропавшим, но ты можешь быть участником таких событий, tā. Чтобы этот человек но больше не был пропавшим. Потому что ты имеешь власть. Tāda un saprašana, kas nav šajā pasaulē. Власти такое понимание, которое не имеет этот мир. Paskatāmies Jāņa evaņģēlija 20. Nodaļu. От Иоанна 20. Глава. Pasaka, es esmu īpašs. Скажи, я особен. Es esmu cilvēka dēls un Dieva dēls. Я cilvēka bērns человеческий un Dieva bērns. Сын и Божий сын. Es esmu Kristus sekotājs. Скажи, я следователь Христа. Я Es eju uz debesīm. В семье Божией. Man я иду на небеса. Спекс. Мне дана особая noslēgums. Сила. Особые таинства. Un Tēvs man to atklāja. И Отец Cik мне эти таинства открывает. Atklāj man. Atklāj man. Kas manā dzīvē man jādara? Святой Дух, пожалуйста, открой мне, что я должен в своей жизни сделать. Ибо Бог видит все наши жизни, каждого из нас. И мы хотим, чтобы мы являлись теми, которые развязывают. Чтобы мы развязывали. 21 стих 20 главы. Tas ir tas moments, nu, kad, kad viņi te, nu, faktiski 9. Pantā jau rakstīts, ka tad, kad tas notiek, tad, tad 20. Nodaļa un 9. Pants. Šīs nedēļas pirmās dienas vakarā, kad mācekļi baidīdamies no jūdiem, bija sapulcešies aiz aizslēgtam durvīm, atnāca Jēzus un nostājasim vidū sacīja mirs jums. Начало в 19-м, в тот же первый день недели вечером, когда двери дома, где собирались ученики его, были заперты из опасения от иудеев, пришел Иисус и стал посреди и говорит им, мир вам. Это тот момент, когда Иисус был распят, умерший, и все думают, что его уже нет. Un tagad viņi ir sapulcis un ienāk Jēzus. А он прибывает на это. Un viņš saka, šalom. И говорит, Mieris šalom. Jūs. Šalom tas ir. Šalom. To sacīs, viņš rādīja tiem savas rokas un sānus, mācekļi ieraudzījuši kungu, kļuva līksmi. Сказав это, он показал им руки и ноги, ребра свои, ученики обрадовались, увидев Господа.
Jēzus viņiem atkal sacīja: "Miers jums." Jēzus уже сказал вторично: "Мир вам." Kā Tēvs mani ir sūtījis, tā es, tā arī es jūs sūtu. Как послал меня Отец, так я посылаю вас. Pasaki, es esmu izsūtītājs. Скажи себе, ты я есть, ну, посланник, посланник. Es esmu sūtītājs. Es esmu sūtnis. Я посол. Debes valstības sūtnis. Я являюсь послом Царства Небесного на этой земле. Dievs man ir izvēlējies būt par sūtni. Господь избрал меня послом. Un šim sūtnim ir kaut kas jādara šeit zemē. Этот посол должен что-то сделать Mana на этой земле. Mana dzīve nav nekas. Моя жизнь не является ничем. Un es neesmu tik maziņš, neniecīgs, ka es esmu dzimis, lai strādātu, ēstu, nomirtu un tārp man apēst. И я не являюсь таким мелким, ничтожным человечком, чтобы я работал, ел, спал и умер, и черви меня сожрали. Nē. Это ничтожность. Нет, я не являюсь таковым. Tātad viņš saka, es jūs arī sūtu. Он говорит. Saņem šo vārdu. Dievs tev я arī посылаю. Sūtu. Kristus mirstot Возьми ir domājis слово. Par tevi un par mani. Христос, умирая на Христе, думал о тебе и обо мне. Viņš domāja par tevi un par mani, tikai tāpēc, ka Tēvs viņam to lika. Потому что Отец ему это приказал. Bez Tēva ziņas viņš domāja un runāja to, ko Tēvs viņam lika. Он делал, говорил то, что Отец ему говорил. Viņš teica, es jūs sūtu, tāpat kā Tēvs man sūta. Я посылаю вас так же, как Отец меня послал. Ja tu saproti, kāpēc Jēzus ir atnācis. Если ты понимаешь, почему Иисус пришёл. Tu jāsaprot, ka arī tu priekš kādu cilvēku esi tāpat. Также должен понимать, что ты также для какого-то человека другого послан. Un tu spēj kādu cilvēku dzīvi pilnīgi izmainīt. И в твоих силах изменить жизнь какого-то человека полностью. Varbūt ne uzreiz. Может, не сразу. Вячеслав стаста, kad Dmitrijs Makarenko 14 gadus viņam apkārt runājis. Дмитрий Макаренко говорил... Не, Вячеслав говорил, что... Да-да-да, сколько лет тебе Дмитрий говорил, Макаренко? Призывал тебя, 14? Как ты... Да, 14 лет. 14 лет Дмитрий говорил Вячеславу. Сутность, Вячеслав он являлся послом небесным runāj, для runāj, Вячеслава. Runāj. Он говорил, viņš говорил. Ай, ну, тас Вячеслав грек, вала он грек, вари. Дмитрий мог отказаться сказать, он грешит, да хай грешит. Он грешник, язычник и мытарь. И мог сказать, о, слава Богу, что я таким Paldies больше не Dievs, являюсь. Tāds, vairāk, о, спасибо, Господь, что я уже не такой. Mans tas jaunības biedrs, viņš ir šausmīgs. Мой тот бывший собутыльник или кто, он ужасный. Шинегадева, он будет сосеясь, Вячеслав. В таком случае, так сделав, он бы связал Вячеслава. Bet viņš nesasēja. Но не Вячеслав darīja visāds negantības. Вячеслав viņš mani, viltīgs bija. Visu, ko darīja. Плохие вещи. Bet Dmitrijs saka, Dievs dod man spēku viņam iet. Но Дмитрий должен был сказать, Господь, дай мне силы просвещать его. Dod man spēku atkal iet pie viņa. И дай es силы опять идти, пойти к нему. Es nedusmojos. Я не злюсь на него. Es viņam piedodu. Я прощаю его. Viņš man tā piemānīja, varbūt. Он меня так, может, обманул. Bet es viņam piedodu. Но я прощаю его. Es viņu nesaistīšu. Я не буду es его связывать. Nepazudināšu. Я не буду его, ну, nepazudināšu. Исторгать из среды своей, чтобы он пропал. Я не буду этого делать. Es viņu atraisīšu. Я развяжу его. Мезгliņi по мезгliņiem. Гац пес гада. Узелком, месяц за месяцем, валя. Год за годом. Я развязываю его. Viņš atraisīja его, ne? И он развязал. Mēs redzam продукцию. Мы видим это. Вот, готовый продукт сидит. Tas ir debesu, Dieva dēlu, darbs. Это дело Божьих сыновей. Tās ir šīs debesu atslēgas, kas mums ir dots. Slavu Dievam. Это эти ключи Божьего царства, которые нам даны. Tās ir īpašas atslēgas, kas mums dots. Это особенные ключи. Viņš tagad saka, ja klausies, tas ir tūliņās pēc tam, kad viņš ir miris. Это эти события сразу после того, как Иисус умер. Viņš ir atnācis, lai pateikt saviem mācekļiem. Воскресил. Отец его воскресил, да, он воскрес и пришел к своим ученикам, чтобы сказать. Es jūs izsūtu. Я посылаю вас. Šodien Kristus ir atnācis šeit, lai pateikt. Сегодня Христос пришел сюда, чтобы сказать, я посылаю тебя. Un ko viņš dara? И что он делает? Viņš teica, to pateic, viņš uzpūta dvašu un tiem sacēja. Сказав это, дунул и говорит им, Saņemiet svēto garu. Primite Duha Svetovo.
Dmitrijs Makarenko, šos garos gadus nebūtu spējis bez svētā gara piedot. Dmitrij Makarenko, эти длинные длительные года без Святого Духа не был в силах бы прощать. Un bija noteikti laiks, ka viņš vispār nezināja, ko lūgt par viņu. И возможно было некоторое время, когда уже Дмитрий не знал. Tur gribējās noteikti. Как молиться, что молиться? Piedot vien štoperu, vai ne? Может, ei, tu ratā. Может даже было такое, Zivo, что ты гриб. Хотел дать в табло и сказать: "Иди ты, пропадай ты, живи как хочешь". Bet viņš tā kā Vjačeslavs šodien māc, lūdziet mēlēs. Он, Дмитрий, говорил, и говорит так же, как Вячеслав сегодня сказал, молитесь на иных языках, молитесь на иных языках. Кто слышал, тот слышал, как молится Дмитрий Макаренко. У него такой, ух, такой. Святой Дух дал ему силы. Я посланный развязывать. Tu, ko tu šeit atraisīs, tas būs atraisīs debesīs. Что развяжешь здесь, на земле будет развязано на небесах. Tu, ko tu saistīs šeit, būs saistīts arī debesīs. Что свяжешь на земле, будет связано на небесах. Bet tāpēc viņš mūs izsūta šo te darbu darīt, ko Kristus mūs sūta darīt to, ko viņš darīja. Христос посылает творить Lielākais, ko то, viņš darīja, что он творил. Viņš piedeva. Самое большое, что он делал. Lai tie, kam viņš piedod, tiek debesīs. Дабы тех, которые прощены, Lai попали на небеса, brīvi. Чтобы те были свободными. Un tagad, tad viņš teica, tad mir ar jums, он сказал, мир с вами, kad tās man ir sūtis, tā arī es jūs sūtu, как отец послал меня, посылаю вас, es atdod, дунул, примите Святого Духа, то tu šeit ieelpojot, Dievnumā, tu dabū viņu. Vytikāja здесь, vispār, kad tu pieņem Jēzus par savu kungu, viņš ir tevī. Ты принимаешь его, Только как ты принял Иисуса Христа своим Господом, Он же тебе живет. Пантинч. Следующий стих, 23. Vajag, lai Иисута, так, надо, чтобы тебя послали. Он сказал это. Savim sekotājiem. Svēto garu. Святой Дух тебе нужен. Būt labi, ka tu gribi saņemt Svēto garu un runāt mēlēs. Было бы очень хорошо, если ты būs vieglāk lūgt un vieglāk. Возжелал Духа Святого и молиться на иных языках. Тогда тебе легче будет. Un tagad trešais. И третье. Kam jūs grēkus piedosiet, tiem tie tiks piedoti. Kam paturēsiet, tiem paliks. Кому простите грехи, тому простится. На ком оставите, на том останутся. Tu nejūti līdzību. Не видишь? Kur tu atraisīs, tas būs atraisīts. Видишь сходство? Tiem, tos, kur tu saistīs, tie paliks saistīts. С тем стихом, где написано, кого развяжешь, тот будет развязан. Атом энергии, атом спекс, tas ir vienkārši, kas... Прощение, величайшая сила, которая ломит этот мир. Ломит этот порядок мирской полностью. Прощение. Того, кто дьявол задумал убивать, убить, может воскресить прощение. Понимаешь? Вот это есть ключи небесные. Piedošana. Прощение. Piedošana. Прощение. Tavu paklausību Dievam. Tvojo paslušanie Bogu. To, kas grēko pret tevi, un tev sāp, kad viņš grēko pret tevi. Tot, который грешит к тебе, и тебе больно за это. Bet tad, kad tu grēko, Но когда ты грешишь, тогда другому больно. Jeb nesāp. Или ты думаешь, не больно? Varbūt tu kādu jociņu pateici, nu tādu. Может, скажешь, какую шуточку такую. Nu, tu zini kaut kādu vājo vietu. Nē, такую. Nā, viņš... Es jau tikai pajoku. Nu, ja pašutīl toļkā. Bet tas bija dunces zemāk. Nu, это как, ну, нож для другого, твои эти слова. Ir reizi, sev jāpiedod. И бывают времена, когда мы должны прощать сами себя. Bet šeit viņš tieši saka, cits citam. Но тут сказано, друг другу. Mēs esam domāti cits citam, lai piedod. Мы даны друг другу, чтобы прощать. Pat tad, kad mēs lūdzam, šī lieta ir ļoti vajadzīga. Даже тогда, когда мы молимся. Un tā lūkšana, это также очень нужно. Ja mēs gribam kaut ko no Debes Tēva. Zini, kāpēc? Tāpēc, ka arī kādam citam mums visu laiku jāpiedod. Mums arī daudz cilvēku, kuriem ir mums jāpiedod, lai mēs nebūtu saistīti. Есть множество людей, которые должны нас прощать и которых мы должны прощать, чтобы мы были свободными. Pieņemsim lūkšanas laikā. Во время молитвы, например. Tad Marka 11:25. Marka. Es to kaut kad es jau sludināju.
Marka evaņģēlijas 25. nodaļa. Evaņģēlijā at Marka 25. glabā. Ne, 11. nodaļa 25. pants. To jest 11. glavā 25. stīh Evaņģēlijā at Marka. Kad jūs nostājaties, lai Dievu lūgtu, piedodiet, ja jums ir kaut kas pret kādu, lai arī jūsu Tēvs, kas ir debesīs, jums piedotu jūsu pārkāpumus. Bet ja jūs nepiedosiet, arī jūsu Tēvs debesīs jūsu pārkāpumus, jums nepiedos. Tas ir tā pati saistīšana atraisīšana. И когда стоите на молитве, прощайте, если что имеете на кого, дабы Отец ваш небесный простил вам согрешения ваши. Tāpēc, ka mums ir piedots. Mums arī to pašu vajag. Mēs esam šīs sabiedrības cilvēki. Mēs esam emocijas, mums ir problēmas, mums ir kaut kādi apstākļi. Да, имеем эмоции, имеем какие-то обстоятельства в этом обществе. Mēs esam domāt citam. Но Бог дал нас друг другу. Viens pie otra, viens otru atraisīt. Мы посланы друг к другу, друг друга развязывать. Tiksim, ja Egilam sasienam rokas. Например, если мне бы связать руки, Un ja neviens cits nav, kas viņam atrāc, viņš netiek vaļā. Если некому развязать меня, я не смогу ничего сделать. Un mēs esam sūtīti pie tiem cilvēkiem atraisīt viņus. А мы посланы к тем людям развязать. И кого-то Господь пошлёт к нам развязать нас. Efeziešiem 4:32. Письмо к Ефезянам 4:32. Pēdējā nodaļa. Последняя глава. Jā. Esiet krietni cits pret citu un žēlsirdīgi. Piedodiet viens otram, kā Dievs Kristu ir piedevis jums. Vienkārši patūko. Не могу найти. Efesiena? Jā. Tas ir tur beigās. Kaut kur beigās, bet neredzu. Евреям, Откровение, Титу, Филиппийцам, Колоссянам. На ты бишь человеке. Тогда будьте друг другу милосердны и простите друг друга, как Бог во Христе простил вас. Аминь. Та и рахсис, тогда цит-цита. Друг друга. Он девс мумс и пьеделс. Un ja mēs gribam to paturēt, Бог нас прощал, tad mums ir jāpiedod. Простил. И mēs если мы хотим в этом остаться, то мы должны прощать. Не можем получать и не отдавать. Un не vēl šo, ka mēs esam cits citam, un ka mēs esam cits pie cita sūtīti. Мы посланы друг другу. Un mums šīs debesu atslēgas. Имеем ключи небесные. Atslēgt to, kas mūs ir saistījis. Atslēgt. Palaist vaļā saistītos. Tā kunga gars ir uz manis. Palaist vaļā saistīt. Boži na mne. Sludināt vārdu, ja, pasludināt šo evaņģēliju labo vēstu. Развязать связанных и провозгласить слово Божие. Tātad Kolosiešiem 3. Kolosiešiem 3. Un 13. Pasaki, viens otram. Kolosiešiem 3:13. Viens otram mēs esam domāt. Viens otram. Созданы друг для друга. Un tur ir teikts, tā, trešā nodaļa un 13. pants. Kolosiešiem, 3. glavā, 13. stīh. Nu, tur pat 12. jāsāk lasīt, laikam. 12. Načiem uz 12. Kā Dieva izredzētie, tas, kas esi izredzēts. Es esi izredzēts. Kāk izbranīja Bogam? Yeah. Tas nav to izbranīja. Tas ir izbranīgi. Es nevaru atrast, tas tāpēc es būšu. Izbranīgi. Izbranīgi. Ja nemogu naitī. Da. Tad, tas ir izbranīgi. Ne, tas ir Krievi Bībelē savādāk. Pēc vai pirms, bet te nav tā. Tur ir savādāk. Tad mēs esam izredzēti. Vienkārši to, ko līdz. Mēs izbranīgi prosto. Svētie un Dieva mīlētie. Svētī, vazļubļenai Boga. Es esmu Dieva izredzēts. Skaži, ja izbran Boga. Es esmu svēts. Ja svēt. Ну посеку отрям, это пас по себе не вер. Скажи другому, на другого, если сам за себя не можешь это сказать. Зи капец, капец то есть свят. Почему ты свят? Ну то я не знаю, если ты свят, я. Ты на самом деле не такой уж свят. Не, это человек. Ir atdalīts priekš Dievu. Нет, это человек отделенный для Бога. Dievs viņu paņēms. Господь его взял. Viss, viņš ir свят. Все.
Tas nav svēt. Tā, ka viņš ir tāpēc spošs, kā zelts vai kaut kāds spīdeklis. Viņam nav nekādu grēku. Un blistīt, kā zvizdā. Dievs ir savus izredzētos. Dievs savus izredzētos ir savāds draudzē. Gospods svojih izbranīgs sabral v cekvi. Viņi nav nemaz tik spoži. I oni ne taki už tam... Un tāpēc Kristus atdod savu garu. I patamu Hristos atdaļot svojavu duha. Viņš ir duši svēto garu. Svojavu svētovu duha. Un es tev izsūt. Ja dam tebe i paslaviu tebe. Lai tu tai draudzē. Štoby te v cerkvi. Ko es ceļu. Которую я строю cilvēkiem. На тех людях, kas, Dievu dēv, kas mani atzīst par Dievu dēvu, которые, ну, знают, что я сын Божий, es ceļu draudzi no viņiem. Я строю церковь из этих людей. Bet tur vajadzēs tik daudz piedošanas. Но там будет необходимо множество прощения. Un tās ir debesu atslēgas. Это ключи небесные. Manai celtai baznīcai jābūt visu laiku tādēļ, kas var atslēgt. Tādēļ, kas ved uz debesīm. Церковь, которую я строю, должна быть такой, которая ведет на небеса. Un šīs atslēgas ir piedoši. Являются прощением. Sanīju un Eduardu iznesiet lūdzu sildītāju ārā. Saprot, tās ir debesu atslēgas. Un kas šeit rakstīts ir? Это ключи небесные. Tātad mēs esam izredzētie, svētie, Dieva mīlētie. Мы возлюбленные Божие. Apvelciet dziļu līdzjūtību. Tā kā apģērbi, ja? Kļūstiet līdzjūtīgi. Становитесь, пожалуйста, становитесь. Это Господь говорит нам, становитесь сочувствие, такими, которые сочувствуют. Tas ir kā apģērbs, apvelciet, uzvelciet. Как одежду такое одевайте. Не циетсердис. Не будь, чтобы твое сердце не было черствым таким. Apvelci šo labestību. Будь добрым. Pazemību. Nu, tas viss ir vajadzīgs draudzē. Smirienie, da. Lēnprātība. Krotests, ja? Krotests. Iecietību. Citām pret citu. Drug k drugu, vse tie kačestva. Vai pret visiem, kas ārpusē? Ka visiem, kto k narūža? Es jau laiku, principā, domā par mācekļiem. A tut par reči idiot par Dievu izredzētiem jau. Ob atdeļonih, ob učinikah. Esiet Tātad, lēnprāt, citam pret citu, esiet pacietīgi. Pacietība. Būt cierpīlīvi. Prašājiet drug drugam. Pagriezies pie otru un pasaka, es būšu pacietīgi. Pavirnīs k drugomu. Es centīšos būt pacietīgi. Ja būtu starāca būt cierpīlīvim. Es centīšos tev piedot. Ja būtu starāca prašāt tebe. Es centīšos nebūt cietsirdīgi. Ja būtu starāca... Es centīšos būs labestīgs, tad, kad tu būsi ļauns pret dobrim. Даже когда ты будешь ко мне злым. Man ir šīs atslēgas. Я имею эти ключи. Jo vēlns gribēs pataisīt tevi par savu dēlu. Ибо сатана захочет тебя сделать своим сыном. Lai tu būtu cietsirdīgs. Чтобы ты был. Lai tu nekā nepiedotu. Чтобы ты не прощал. Lai tu izstumtu. Чтобы твое сердце. Lai tu nebūtu pacietīgs. Чтобы вытворял. Lai tu nebūtu labestīgs. Чтобы ты не был добрым. Не был, un pat, ja tev kādreiz izsprūt kaut kādu vārdu, emocijās, если в эмоциях что-то наговоришь, un vienmēr atceries, всегда tev помни, ir Kristus asins. Ты имеешь кровь Христа. Un tās tev dar jaunas katru dienu, katru mirkli. И каждый миг эта кровь тебя сотворяет новым, возобновляет. Nepavelti tā ir. Nepavelti pēc tam ir moments, kad Pēters jautā. Не зря потом момент, когда Петр спрашивает. Nu labi, Dievs, tur... Nu, хорошо, Иисус. Cik tam brālēm jāpiedod? Так сколько же раз прощать брата, грешившего? Viņš klausījās. Он слушал. Tāpēc, kā tu šodien klausies. Слушал так же, как сегодня ты слушаешь. Cik reizi tad var piedod? Nu, так сколько раз можно прощать? Viņš saka, septiņas reizes. Чем раз, Петр спрашивает. Tāds pilnības skaitlis. Nē. Ну, число полноты. 70 раз. Нет, Иисус говорит, 77 раз. Ну, jāsaka, nejēgā. Nu, neskaiti vispār. Nu, neskaiti. Даже не надо считать. Tu nezini, cik tev vajadzēs piedošanu. Pašam. Ты не знаешь. Tu nezini, cik tev vajadzēs atsiet tavas rokas. Сколько раз ты будешь нуждаться в прощении, и сколько раз ты будешь нуждаться, чтобы тебя развязали. Мы сам īpaši. Да, мы особенные. Мы сам izredzēti. Мы избранные. Мы сам izredzēti. Избранные. Zini, kāpēc? Знаешь, почему? Lai mēs ar Dievu garu spēku.
дабы силы Божьей, силой Духа Святого Божьего zini, могли прощать. Kad es ticu, ka no šādām lūkšanām, kad tu lūksi, kad tu bīsies lūkt, nepiedodot. И когда ты будешь бояться молиться без прощения, не только перед хлебопреломлением, но вообще, не просто один раз в месяц, навсегда, каждый день, ты скажешь, отец, Piedod man, parād man, uzrād man. Отец, покажи мне. Kam man jāpiedod? Kavu должен прощать? Kas manā sirdī atstājis kaut kāds pēds? Кто в моём сердце оставил какие-то следы? Kuram es varu atsiet? Pie kā tu man sūti atsiet? Kavu могу развязать? Кому ты посылаешь меня развязать кого-то? Atsiet šīs rokas. Развязать эти руки. Debesīm. Pie kā tu Для man sūti? Для небес. Кому ты меня посылаешь? Jo ne, tas nav, šajā pasaulē cilvēki tev patās to nedara. Vai ne? Tev dzīvi, ko pateiks? В миру? Kas tev lepnuma nav? В миру люди так Kas не делают. Vispār tev pašlāk nema nav? В миру скажут, что у тебя гордости нет. Kas tev jāatbild? Jā, man nav lepnuma. Да, не имею я гордости. Не имею гордости. Nav lepnuma. Nav. Nav man lepnuma. Tāpēc, ka lepniem Dievs pretojas. Ибо гордым Бог противится. Tāds, kam Dievs nepretojas. А я хочу быть таким, которому Бог не противится. Tieši tāds pats, kā Kristus. Я хочу именно таким быть, как Христос. Kad es aizēju pie Lācara kapa, когда подойдя к могиле Лацаря, ja viņš bija sūtīts, un Lācars bija 4 dienas jau kapā. Иисус был послан, а Лацарь уже 4 дня, как был в могиле. Kad viņš tikai pie Lācara kapa, kad он подошел к могиле Лацаря, и сказал, Лацарь, выходи. Потом viņš saka, pagriežas pie debesīm, saka, и повернувшись к небу. Debes tevs, tu esi jau, nu, es jau zinu, ka tu man paklausi. Tu esi teicu cilvēku dēļ. Отец небесный, я знаю, что ты послушаешь меня. Bet tu zini, pirms Но это я говорил для людей, pēc tam, kad šis Lācars iznāca laukā, видят и слышат это. И потом, когда Лацарь вышел, и он сказал остальным, atraisiet viņu. Развяжите его. Jo bieži vien mēs šo cilvēku norakstam, ka Lācar. Ведь часто мы с нами бывает такое, что мы людей списываем, так же, как Лацарь. Varbūt daudzi bija tieši tāpatās ietinuši jau Vjačeslavu, visi radinieki jau bija ietinuši Vjačeslavu tev tajā kapči, līķa autā. И может быть, jau... уже все родственники Вячеслава уже его связали в этих, которые покойников заворачивают. Все, там ничего не будет, un все. Un ielicis jau bija kapā, un ielicis akmens priekšā. И в мыслях уже положили в могилу, и камень поставили. Vairāk nav nekas. Все, Вячеслав, уже никто, его нет. Bet atnāk viens, kas pasaka, ņem tu akmeni. Приходит некто, кто говорит, уберите камень с могилы. Лацар на цара. Лацар, выходи. Вячеслав, выходи. Вячеслав, на цара. Un tas nozīmē, kad Viņš atdzīvojās. Это значит, что он оживёт. Tas, un tas ir brīnišķīgi, ka ir daudz tādu cilvēku. Воскреснет. Kur šodien caur Vjačeslavu darbu. И прекрасно, что сегодня множество людей, которые через труды Вячеслава. Он послан к Лацарям. Pie Lācariem. Он послан к Лацарям. Viņam ir tas pats, viņš ir saņēmis to, caur to, kad Dmitrijs Makārenko pie viņa bija sūtīts. Un vēl varbūt daudz bija sūtīti. Вячеслав получил то, что Дмитрий Макаренко был послан к нему, и, может быть, даже многие были посланы к нему. Эти дела невозможно творить без прощения. И нет там такого, что мы очень уж любим всех тех людей, которым Бог нас посылает. Bet mēs esam sūtīti piedot. Но мы посланы прощать. Un tad, kad tu piedod, и когда ты прощаешь, tad tur ir tas mīlestības dīksts jau. И tas mīlestības sākas вот ar to. Вот там в прощении начинается вырастать эта Tāpēc любовь. Tāpēc arī ģimenēs ir tā, ka ģimenes sākas, tev dažādi cilvēki sanāk kopā. И un tur ir семьях, daudz jāpiedod. Когда daudz jāpiedod. Двое разнейших людей вместе сходятся, и там должно быть много-много прощения. Tā mīlestība stiprinās. И так укрепляется любовь. Mēs esam radīti mīlestībai. Мы созданы для любви. Mēs esam radīti vienam vienreizējam spēkam. Мы созданы для Mums ir dots debesu atslēga. Прекраснейшей силы. Un tā ir piedošana. Нам даны небесные Un mums ir lūkšanas. Es pateicu, es ticu. Это сила прощения. Tāpēc, ka par šiem gadiem, ko tik es neesmu savā kristiešu dzīvē piedzīvojis? Es ticu, ka šis ir ļoti, ļoti, šis ir fundamentāli atklāsums šī.
Это очень-очень важное фундаментальное откровение. Saprast. Es esmu sūtīts šajā pasaulē. Понять. Atraisīt. Понять, tas ir piedot. Понять, что я послан к этому миру. Un kam tu nepiedos, tas būs saistīts ar debesīm. Развязать, прощая. Debes tevs man ir piedevis. И кого ты не простишь, то будет связан. Небесный Отец меня простил, и потому я должен прощать. А то может случиться иначе. Tāpēc mums ir katru reizi jālūdz Svētais Gars parādi, kas ir tie cilvēki? Потому мы каждый раз должны молиться. Kuriem man ir jāpiedod? Святой Дух, покажи мне. Kur man ir bijis, ka man sirds apcietinās? Kavo я должен прощать? Ko es negribu pieņemt? Kamu mojo sirds atšķvēl? Es nesaku, ka tevi viņi visu uzreiz jākampi un tur nezinu kā tur, bet tevi ar savu sirdi jātiek galā. Ты должен разобраться своим сердцем. Tava sirds ir tā, kas atrājas. Ибо твое сердце является тем основанием, которое Tur mīt šis lielais spēks. Вот именно в сердце твоем Svētais Gars mīt tevi. Это большая сила обетовать, жить. Святой Дух в тебе живет. Halleluja. Halleluja. Es tagad gribētu šodien lūgt kopā, vai varbūt arī kāds, kas grib atsevišķi, lai viņi palūdz arī iznāk priekšā. Кто хочет, чтобы за него помолились? Kurš grib vairāk ieiet šajā lietā? Кто хочет больше зайти? Tāpēc, ka katram, kas Krist pieņēms par savu kungu, ir šis gars. Ибо всякий, кто принял Иисуса своим Господом, имеет Духа Святого. Vienīgi, varbūt tevi kaut kas tāds bija savā dzīvē, ka, nu... Может быть, что в твоей жизни были такие тяжелые некоторые вещи, о которых, ну, не надо бы стыдиться. Bet viņus vajag atstāt. Но эти вещи Nožālot. Надо от них надо Atstāt. Отказаться, их надо оставить. Он принял крест, сосед, но номазгатес. Принять кровь Иисуса и умыться. Он так я. И сказать да. Es gribu būt tavs izsūtītājs. Я хочу быть. Es gribu šis cilvēks, kas atrājas. Тем человеком, который Es gribu darīt Kristus darbu. Я хочу творить дела Un es gribu paklausīt Kristus pavēlēji. И хочу послушаться приказа Христова. Un es gribu būt tāpat izsūtīts kā Kristus. И также хочу быть посланным как Христос. Es gribu atraisīt. Я хочу развязывать. Un es pateikšu tur šajā tā lūkšanā. И в этой молитве. Šajās tā īpašajās sirds lietās, ka tu... В этих особых тур, делах сердца. Tur tāds brīnums iekšās liepies. А там таинство, там чудо. Tāpēc Kristus varēja darīt brīnumus uz šīs zemes, jūs saprotat? Потому Христос смог творить реальные чудеса на этой земле, понимаешь? Tas, kurš mācās piedot, тот, кто учится прощать, там ir dziļas attiecības ar Dievu. Тот имеет глубочайшие отношения с Богом. Jo Dievs to grib. Ибо... Tā ir Tēva būtība, piedot. Бог Nevis sodi. Это сущность Отца, прощать. Protams, ka likums nosodi. А не... Likums судить. Var arī iztiesāt. Да, закон может судить. Bet viņš grib piedot. Отец Небесный хочет Viņam vajag прощать. Viņa tauta, kas māk piedot. Он нуждается на этой земле народа, такого, который умеет прощать. Es esi kopā, bet ja kādam ir vēlēšanās, nu, kļūt par tādu cilvēku, tu jūti, ka tu nevar tev kaut kādas situācijas, tu jūti, ka tu esi pie kaut kā aizsūtīts, un tu, tev ir grūti ar to piedošanu, ja? Tu var iznākt laukā, mēs tev svedīsim ar eļu. Mēs, te nāk kotetis, tu esi tas mazākais. Tu esi mazākais, bet kā tu dzirdēji, tev endels ir tev priekšā stāvēt. Если кто имеет трудность с этим, с прощением, если твое сердце чёрсло какому-то человеку, если ты нуждаешься, чтобы за тебя помолились, выходи. Es gribētu, lai tagad kāds paņem pie instrumentiem aiziet kaut ko. Музыканты, пожалуйста, возьмите инструменты. Es lūkšu mēlēs. Музыканты сак спелет. И мы будем молиться на языках. Un, ja tu jūti, ka tev vajag, tev pašam, tagad tev kaut kas tā saist, nāc priekšā. Если ты чувствуешь, что ты связаны, выходи. Un, nu, tad skaties, ka tas, tie būt ļoti, tāpēc, ka es zinu, caur šo aiziet slimības. Slimības pieķerāšana, nepiedošana, es saprotu, jo tas ir no vēlna. Через непрощение приходит болезнь. Tur beigās ir slimības. В конце концов, непрощение, болезнь. Пожалуйста, встанем на свои ноги и будем...